Всем привет! Я с Яной в Чехии, в Рудных горах, в городе Божидар, подарок от Бога. Недалеко отсюда самая высокая гора Рудных гор Клиновец на чешской стороне и Фихтельберг, самая высокая гора на немецкой стороне, Эрцгеберге, Рудных гор. Здесь Божидар. И пойдем на юг вниз под горы. Сейчас 7 часов, еще темнота. Сейчас уже светло. Мы приходили к лесу. Дорога под льдом. Очень тяжело идти по ней. Мы сейчас пойдем по дороге Деда Мороза. Находите се на Ježiškově cestě. Вы находитесь на дороге Деда Мороза. Это Ježišek, český Дед Мороз. Молодый еще. Вот наша тропа. В лесу очень много таких домиков, где можно ночевать и отдыхать, и еду готовить. Здесь такие таблички для детей. Один детский шаг 35 сантиметров. Прошлый домик был 1429 шагов отсюда. Дальше домик будет 3143 шаги по пути. Мы на вершине холма Божидарский шпичак. На тумане ничего не видно. Здесь какие-то исторические руины. И опять домик для отдыха. На домике красивая картинка. Вот он, Ježišek. Русский Дед Мороз. Ježišek можно переводить как маленький Иисус, Иисусик. И это гигант Der Heilige Христохорус, Христопхорус, носитель Христа. Это был гигант, у него была палка из дерева. Он встретился с Иисусом на берегу реки. И Иисус сказал ему: возьми мне на второй берег, я маленький, я не пройду водой. И гигант сказал: не могу, я работаю только для самых мощных в мире. И Иисус смеялся и сказал: ну да, я самый мощный в мире, возьми мне и сам увидишь. Хорошо. Взял его на спину и шел в воду. В середине реки Иисус себе сделал так тяжелым, что гигант не мог сделать ни шага. И сказал: я уже верую, что ты самый мощный в мире. Иисусик смеялся и сделал себя опять ловким. Гигант вышел на берег, и от того времени его имя было Христоф, Христофорус, носитель Христа. В последнее время часто хожу по красному туристическому маршруте. Живе Беларусь! Ну, друзья, сейчас обеда. Посмотрим, что я на готовить. Добрый день. Добрый день. Что будет к обеду? Сегодня. А, думаю, что это по-русски будет каша из картошки. А, здесь темнота не видно на камере.
Это у нас такая горелка спиртовая. Ну, как я и сказал, каша из картошки с луком. Всегда, как иду в такой погоде, вспомню на русский фильм «В тумане» или на книгу от Кинга «Туман». Какой-то классный ресторан. Из дерев и камня. Ну, закрытый. My už je dobrali z gor Karlovy Vary. I idem na železnodorožný vokzál. Pojedem domov pojezdom Karlovy Vary.